Привет-привет. Прошлое видео было про мои товары, которые я заказал себе с AliExpress для творчества моего. Сейчас я покажу уже несколько экземпляров того, что я своял, сделал своими ручками. Так, давайте начнем чуть издалека. То есть, может быть, вы уже видели из кожи браслетики, то есть первый я сделал вот такой вот. Это кусочки обычной натуральной кожи тонкой, сплетенные в обычную косичку. Здесь три бусины, которые могут перемещаться всяко-разно. На конце сделана петелька и обычный большой карабин. Минусы браслетов из кожи, то что кожа, ну вот, по крайней мере, такая мягкая кожа, она растягивается достаточно хорошо. Ну и если ее намочить, то она вообще сильно растягивается. Поэтому, ну, с кожей я еще буду экспериментировать, но пока вот от такого формата косички я немножко отказался. Это то же самое, но полоски кожи более толстые, одна бусина, ну и здесь уже окончание такое более аккуратное. Маленький карабинчик, ну и здесь можно регулировать длину, то есть зацеплять за любой элемент косички. Так, это менее интересно. Так, давайте покажу вот такой вот браслет. Этот браслет из камней, значит, вот эти вот камешки. Это натуральный камень тигровый глаз. Вы его видели в прошлом видео. Так, как бы лучше видно. Ну и вот эти вот маленькие. Это стекло, если не ошибаюсь. Здесь окончание, как видите, как я и говорил, вот этой вот П-образной штучкой. Что ж ты не хочешь фокусироваться? Будет что-то видно, нет, с одной стороны. С другой стороны вот это вот колечко, которое просто вклеено, ну, пруток металлический с колечком на конце, которое просто вклеено в последнюю бусинку. Ну и карабинчик. То есть плюс вот этого, что им можно регулировать длину, то есть, ну, мастеру, так скажем. Вот что и произошло с этим браслетом. Сначала было окончание вот с двух сторон. Такое же. Так. Браслет оказался велик. И я просто вот так вот загнул. Один сегмент убрал. И вклеил штырек туда. И все получилось хорошо. Женский браслет. Вполне себе симпатичный. Ну, мне по крайней мере нравится. Так, дальше. Еще один, ну, вроде как женский браслет. Ну, я его сделал для своей мамы. Мне понравился. Здесь комбинация еще более интересная. Здесь тигриный глаз, маленькие стеклянные и большие деревянные. Надеюсь, по размеру подойдет. Потому что здесь, ну, можно будет отрегулировать, уменьшить. Но будет, придется убирать, не знаю, то ли целую, то будет много. Короче, неважно, вот такой вот браслет. Такой вот браслет. Еще я сделал дочке браслет маленький, полностью из вот таких вот, из маленьких, черно-белых. Ну вот и батарея кончилась. Слишком долго я рассказываю. Так, о чем я? Ну, короче, вот такое завершение либо окончание дает больше возможностей для маневра, если вдруг браслет оказался великоват. Если маловат, ну, что-то, наверное, можно придумать, но надо думать. Так, еще один браслет, последний, который я сделал. А, о чем я? Про браслет дочки, вот из этих вот маленьких.
стеклянных бусинок. Получилось симпатично, но дочка его, как обычно, куда-то задевала, поэтому сейчас я его показать не могу. Может, в следующий раз как-нибудь покажу. Так, и последний браслет, который я сделал пару дней назад. Это вот полностью из тигриного глаза или тигрового глаза. Очень симпатичный браслет. Мне он нравится больше всего. Ну, потому что я его сделал для себя. То есть, я считаю, на мужской руке это смотрится нормально. В Инстаграм моя фоточка уже там с этим браслетом есть. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылка в описании. У кого он есть, у кого нету, заводите. Там тоже интересно бывает. И там появляются мои работы, ну, практически сразу, как я их делаю. Вот такой вот замечательный браслет. Ну, мне очень нравится. Хожу с ним уже пару дней. Так, вот мои работы. Это только начало, так скажем, моего творческого пути. Именно в этом направлении, в направлении браслетов. Сегодня она заказывала себе еще всего, ну не кучу, но несколько позиций заказал. Три вида бусин, других тоже, как мне показалось, интересных. Заказал микрокорда, то есть тонкого паракорда двух цветов. Ну и опять же буду их показывать. Может быть отдельно, в плане распаковок, может быть в таком же плане, как уже в готовых видах, либо как подборка товаров для творчества, как прошлое видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на все мои соцсети. Если интересно, ставим лайки или не ставим. Дело ваше. Все, пока.